Приветствую всех на канале «Учимся делать все». В этом мастер-классе будем делать мы салат. Для этого половины банки белую фасоль, а также половина банки горошка и половина банки кукурузы надо насыпать нам. А также майонез. Майонеза надо налить где-то грамм 100-150. И кириешки. Тоже половина пакетика. Все это теперь размешиваем. Вот такой вот классный салат у нас получился. Дети очень сильно любят такой салат. И вот быстро-шустро вкусный салат приготовилась.